привет, это фантазеры. Сегодня опять без постоянных ведущих. Хабба, Гиги где-то ходят, да, Гиги? Мы захватили этот стол, кто-то должен быть в эфире. Артем Борисов, Оксана Суханова. Да, привет, Артем. Привет. Привет, наши дорогие зрители ОКО. Нам сегодня доверили... Проиграть, да. ОКО играет вместе с вами в фэнтези. Но это не совсем обычная фэнтези. Мы набираем игроков сразу из двух лиг. Из Ла Лиги и английской премьер-лиги. Ну, неплохой набор. Мы это делаем на сайте mixfan.ru. И что самое клевое, не надо за этим следить на протяжении всей жизни. Можно играть каждую неделю, вступая каждый раз в нашу лигу. И биться в том числе из команды ОКО Team. Да, там специальный значок ОКО. И каждую неделю заходите... Присоединяйтесь и играйте вместе с нами и против нас. Нам тут сказали, что игроки дорожают от недели к неделе, потому что вначале было как-то даже и неинтересно. Набираешь Левандовского, Бензема, всех читеров, и у тебя все равно остаются деньги. То есть, а сейчас, если мы возьмем Криштиану Роналду со скамейки запасных, он все равно дорожает, да? Ты же его не возьмешь все равно. Нет. Конечно, нет. Мы сегодня вообще возьмем антихайп футболистов, а остаток нам Гиги вернет деньгами, правильно? Так, что было в прошлый раз? Мы играли против команды человека с ником Гчадный, который взял Левандовского, а мы не взяли. Да, но девчонки старались набрать команду красивых футболистов. И туда попал Гюндоган почему-то. Ну, Гюндоган нормально. Ну, Гюндоган, нет, но он же еще хорошо сыграл. Хорошо. 2 гола забил, если я правильно помню. Ну, он принес 4,5, и нам, ну, вот, у нас минус только за Хуанми. Хотя Хуанми был надежным вариантом, но там Забетис забивал с пенальти Борха Иглесиас, а так. Хуанми только эти пенальти зарабатывал. Но девчонки посчитали Левандовский недостаточно красивым. И не взяли его в свою команду. Зато соперник взял не только Левандовского, но и Каземиро. И вот на этом как раз пролетел. А, вот так, да? Да, так мы выиграли. 13,5 на 12,5. Даже без Левандовского. Я. Вот. Молодцы, девчонки. А теперь наша очередь. Теперь мы будем набирать свой антихайп. Но сначала мы должны назвать самого крутого чувака на прошлой неделе. Эрик Тен Хаг. Победителя лиги за неделю, за этот тур. И это тоже Чадный 18. Мне кажется, здесь есть какой-то подвох. Но в общей сложности 19,5 у этой команды. Там Холланд, Левандовский, Дехе. Да, и Бензема здесь еще был. 4 балла. Короче, Чадный 18 молодец. Но, чтобы получить ништяки от ОККО и поужинать с Саббой, как там в первом выпуске-то анонсировалось, надо выиграть месяц. А можно я пойду ужинать с Саббой? А тебе никто не мешает. Так, а теперь мы переходим к своей команде. Надо уже поменять этих Зинченок, Габриелов и Гюндоганов, особенно. Да. Гюндоганов. Ну что, я 3 испанцев, ты 3 англичан? Или поспорим? Нет, ну мы, конечно, поспорим. Можно я... у меня есть некоммерческое предложение по вратарям. Поехали. Значит, у меня есть небольшой список. 4 англичанина и 1 испанец. Ник Поуп... У нас 6 человек в команде, если что. Это тебе на выбор. А, хорошо. Просто ты-то лучше понимаешь в футболе, соответственно. Да. Ник Поуп, Дин Хендерсон... Давид Рая, Эмилиано Мартинес, и из испанцев я хочу Фернандо Мартинеса. В общем, я предлагаю Ника Поупа. Ньюкасл против Вулверхэмптона. Вулверхэмптон мало забивает в принципе. В этом сезоне он не забивает почти ничего. Ну, 1 гол и еще автогол, но это я не думаю, что считается хорошим забиванием. Тогда, но мне Поуп. Кажется, что Поуп, да. Ну, давай Поуп. У нас хватит на него денег? А, ну, а тебе кажется, что это не антихайп-вариант? Это антихайп-вариант. Хорошо. Ну нет, если бы мы с тобой брали... Ньюкасл, будущий чемпион, какой здесь антихайп? Поехали. Да, Поуп, номер один Англии. 12,7 миллионов. Ну нормально. Тейтс. А тем временем Салах, удар и Поуп! Поуп. А у нас сколько денег вообще? Сколько у нас вообще денег? 100? У нас 100 денег? Мы можем взять 8 Поупов. Да, но мы должны взять обязательно одного вратаря, одного защитника, одного полузащитника и одного нападающего. Я правильно говорю? Конте так сказал руководству. Да? Они ему говорят, нет, будет 6 вратарей. Интересно, что сказал тренер Ноттингем Фореста, когда ему купили 32 футболиста. А давай посмотрим, Ноттингем Форест вообще он о чем? Он же выиграл наконец, да? А Ноттингем Форест, Дин Хендерсон тоже на воротах. Мне очень нравится эта кандидатура, но они играют против Тоттенхэма. Вот поэтому надо брать кого-то из Тоттенхэма. Надо брать кого-то из Тоттенхэма. Давай. Ну, Англия твоя территория, потому что, да. Так, а мы сейчас кого берем? Защитников? Мы можем взять кого угодно, у нас пока вакансий тут. Кулушевский? Так, Кулушевский или Перешич?
Перишич может не сыграть. Но он играл в прошлом матче, хорошо сыграл. Нет? Да? Мне больше нравится кандидатура Перишича. Да? Да. Он полузащитник. И он подает стандарты, если что. Да. Тогда давай скинемся. Перишич или Кулушевский? Да. Ты Кулушевский? Главное, руки не жать. Это все-таки Тоттенхэм. Ага. Ребята, давайте теперь поясним. Давай мы, значит, сначала ножницы вдвоем выкидываем, а потом я бумагу, а ты ножницы. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Нет, Сём, ты по-любому выиграешь, потому что вот эта вставка сейчас пойдет в программу. Какая вставка? Как вы договаривались. Кулушевский, Македония. Кулушевский. Да. Кулушевский. 25? А вот. Нам Гиги ничего не заплатит тогда. Ну ладно. Ну подожди, давай мы сначала соберем, а потом, если не будет хватать... Ну всех выкинем, еще раз соберем. Да, еще раз соберем. Первый 20-минутный выпуск фантазеров грядет. Знаешь, если говорить серьезно, в Испании две команды в первых турах очки не добрали. Хорошо сыграли и не добрали. Вальядолид и Эспаньол. Так. Но в третьем туре Эспаньол играет с Реалом, а Вальядолид с Барселоной. Вот что делать? Хороший вот, я вопрос. Я не думал, что я это скажу, но я предлагаю взять Гвардиолу. Он в Барселоне-то должен забить на Камп Ноу. А вот это вот твое правило. Ты очень часто говоришь, что вот он там два тура не забивал, вот третий сейчас он точно забьет, да? Я хотел это предложить по Жерару Морену, но он забил вчера. Да, но он забил вчера. Так Гвардиола или Жерар? Но у нас полно денег было в начале, а сейчас нет. А давай тогда посмотрим цену. Гвардиола 11,3. Так. Это нас еще интересует? Жерар? Да. Явно больше. 14,7. А, кстати, не так много. А давай пойдем нелинейно. Возьмем и второго, и одного, и второго. Давай. Жерар. Раз. Гвардиола 2. Так, и два все? Места осталось. Два места осталось. Я еще защитник из Бильбао хотел взять какого-нибудь. Потому бери. Что Бильбао играет, не пойми, а с Кадисом играет Бильбао. Слушай, Кадис еще не забил ни одного гола и не забьет, я так думаю, может, до 38-го тура. Вполне вероятно, поэтому... Сейчас... Надо брать? Да. Давай, бери. Короче, вот состав Бильбао. Так. Я-то отсюда Юрия Берчича хотел взять, и я его возьму за 9 миллионов. Пять человек у нас есть. Жерар да. Морено, Кулушевский, Юрий Берчича, Ник Поуп. И да. Запасной Гвардиола. Запасной Гвардиола? И осталось одно место, и оно английское, я так полагаю. Поэтому да. Тебе слово в руки, или как это говорит? А можно тогда по цене просто шикуй. Сначала меня ограничить? Шикуй! Неужели ты не хочешь жить в роскоши? Мне очень нравится Кукурелли, но я вот почему-то все-таки еще пока вот окончательно ему не доверяю. После 0-3 отлиться? Ну, после 0-3 отлиться, знаешь, у них менеджера не было. Слушай, но Лестер-то они разорвут. Хотя без Кулибали? Без Кулибали... Разорвут 5-4. Ну, как-нибудь так, да. Слушай, а может быть пойти твоим путем? Угу. А Уэст Хэм удивительно и разочаровывающе, да, играет все это время. Может быть, он все-таки выстрелит? Слушай, ну тактика-то не в этом. Команда должна играть более-менее, чтобы голы напрашивались, и они влетали. И вот теперь ну, моменты-то у них были. Я видел с Ноттингемом матч. Там вот. Прям было... Да. Они замечательно играли. Ну, как замечательно. А кто должен забивать? Антонио все равно в старте выходит. Антонио в старте выходит, но он не забивает, и у него ну, пока ничего не получается. Ну, может быть, я думаю, Боуэн, он хотя бы как-то обострит. Ну, давай Боуэн. Давай Боуэн. Давай Боуэн. Ну, так, доверимся. Он самый дорогой здесь, прикинь. Самый дорогой. 14,9. Ну, вот, да. Нет, нам-то не жалко, но, ну, хорошо. Боуэн. Блин. Ник Поуп, Кулушевский, Берчичи. Жерар Морено, Жерар Гвардиола. Морено. Гвардиола да, запасной. Без Гвардиолы. Без Гвардиолы. Да он еще тренер, неважно, да. А, ну да. Окей. И Боуэн. Боуэн, да. И что, у нас денег много осталось? Да, мы можем купить судью. Мы можем... О, вот это хорошо. Только не российского. Вот, во-первых, мы можем купить судью, во-вторых, мы еще даже не знаем, с кем мы будем играть на следующей неделе. Давайте узнаем. Мы абсолютно случайным образом выбрали соперника на следующую неделю для себя, и это... Человек с ником Обморок. Сыграем с Обмороком. Прикольно. Я надеюсь, что с нашим составом не наша будет очередь падать в обморок. Да ну, нет. Нет, нет. Здесь надежно, все надежно, абсолютно все надежно. Конечно, победа Вальядолида в гостях над Барселоной. Гола, гола 3, например. Вест Хэм выстрелит сразу с 20-го на 1. Да, вот, Ньюкасл чемпион. Короче, играйте на сайте mixfan.ru. С нами, против нас, рядом... Или просто рвите всех на протяжении недели, набирая Левандовского в состав. А лучше без Левандовского, так интереснее. Да, что и еще? Как только вы регистрируетесь, вы в подарок получаете карточки футболистов, такие электронные панини.
Просто у меня в детстве это панини назывались. Да? Да. Ну, наверное. Ну, карточки с футболистами. Ну, да, электронные панини. Ну, просто для души. А да. Если вы введете промокод, который мы здесь укажем, то получите еще один пак с этими карточками. Нам говорят, кстати, что эти карточки как-то там косвенно могут помочь набрать дополнительные баллы в составе, но мы не будем это расшифровывать. Пусть это будет загадкой. В общем, просто порадуйтесь этим карточкам и порадуйтесь игре фэнтези вместе с фантазерами. И ни за что не пропустите следующий выпуск фантазеров, потому что мы узнаем лучшего игрока месяца, который получит все призы и... Наконец-то что-то получит. И смотрите ОККО. Уж испанские-то матчи мы точно все покажем и даже увидим, как Юрий Берчичи набирает нам сухарь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Для вас сегодня за этим столом были Артем Борисов и Оксана Суханова. Всем пока. Будьте с нами. А мы еще в конце обещали обняться. Блин, точно. Так, давай.